Инициатива Приморского отделения партии «Единая Россия» по поддержке семей погибших и раненых военнослужащих и добровольцев, задействованных в спецоперации на Украине, получит отражение в федеральном законодательстве. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак во Владивостоке в пятницу 13 мая. Не менее важна региональная поддержка, и в данном случае пример Приморского края и тот законопроект, который сегодня будет утвержден на внеочередном заседании Приморского парламента, он очень важен. В свою очередь секретарь Приморского отделения партии и губернатор региона Олег Кожемяка сообщил, что принимаемые краевым законодательным собранием инициативы «Единой России» дадут право на получение единовременных и ежемесячных денежных выплат семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Они касаются выплаты на приобретение или строительство жилья детям семей погибших военнослужащих, инвалидам первой группы, те, кто стали в результате боевых действий. Это единовременная выплата при достижении 18 лет выделяется, и она состоит из краевого закупа 36 квадратных метров на человека. Поэтому думаю, что все дети этой категории военнослужащих будут получать жилье по отдельной программе. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.